Клади свои деньги туда, куда ты кладешь свой язык. Подгнивший огурчик, подуставшие помидоры. Я очень хочу, чтобы ребята стали долларовыми миллионерами. Курьеры часто жрут заказы? Даже уже тарелки начали есть. О боже! Привет, друзья! Мы находимся в Киеве, рядом с Бессарабским рынком. Его построили больше 100 лет назад, и ушло на это 4 года. А ребят, которыми я сегодня буду делать сюжет, компания, которая теперь называется OVA Market, Степан, Рома, за сколько дней вы запустили свой бизнес? За 2 недели MVP. Блин, я надеялся, что ты скажешь 4 дня, типа 4 года, 4 дня. Это старый формат торговли овощами, фруктами. Это то, чем занимаются сейчас ребята в современном формате. Торгуют через интернет. По сути, у них ничего нету, кроме сайта, маркетинга и, конечно, мозгов, да? Мозгов. Мозги желательно. Мозги желательно иметь. Но об этом всем поговорим. Поговорим. Идем внутрь. Наверное, когда это построили, это было самое большое событие в том году вообще в Киеве, потому что 4 года собирали 500 миллионов рублей, я прочитал на Википедии, все это стоило, вам $55. Да. Я вот такое сравнение провожу, понятно, что, наверное, оно не совсем там корректное, правильное, но вот скорость запуска бизнеса за 100 лет изменилась просто радикально, инвестиции тоже, но вот это, конечно, очень круто. Я не понимаю, а зачем такая высокая крыша? Наверное, для света. Для света? Да. Тут просто, когда Хрещатик уже начали расстраивать, хаотично здесь все было, скрытого рынка не было. Это такое, приезжали торговцы, тут грязь, такое. Я читал, бандитский вообще район был, туда страшно было. Да, Босичня приезжала, вот такое все было. И потом Бродский дал деньги, конечно, уже посмертно это было завещание. Да. Но только полмиллиона потом. Рублей, я считаю. Но это была окраина, да. Здесь были стоки всякие, канавы. Крещатик заканчивался. Ну и Крещатик, вы понимаете, на то время это был не центр. Ну это типа было поздняки. Центр это Подол, вот. Да, исторически, конечно. Конечно. Я смотрю, вот овощи и фрукты – это основа, да? Вот так, если посмотреть по рядам. Мясо. Мясо все-таки, да? Мясо, сало – это, конечно, в первую очередь. Понятно. Но нас в первую очередь рисует вот… Потому что мясо, сало в кризис денег нету, а вот скушать погрызть яблочко. Погрызть морковка, да. Морковку погрызть – это и калории какие-то, и дешево. Пойдем что-то купим у вас. Не хочется так уходить с пустыми руками? Хочу у вас спросить, сколько стоит. Я хочу голубику. Я такую большую никогда не видел. Это сколько стоит такая штучка? 100 гривен. Так нормально. А сколько шарончик стоит? 200 килограмм. Ого! Дороже, чем голубика? Да, молодежь, время нынче тяжелое. Это наша украинская или это привозится оттуда? Голубика, конечно, сейчас идет импортная. Голубика импортная? Да, только малина наша идет. То есть здесь из всего только малина, ребята. На данный момент, да. Обратите внимание. Мы познакомились 2 года назад, когда вы еще занимались маркетингом, вы нам помогали с этим. Но когда наступила вот эта вот хрень, корона, я так понимаю, количество клиентов у вас упало. В общем, что происходило вот с вами вот в марте, в апреле? Изначально мы агентство задумывали как такой инкубатор своих проектов в будущем. То есть мы думали, сейчас команду взрастим с клиентскими проектами. Обучимся. На них же. На них же, да. Ну, давай при этом хорошим результатом. Соберем хорошую команду, и вот с этой командой потом будем свои проекты развивать. У нас первый такой проект свой зародился прошлой зимой. Это с пакетами этими, да? Да, с биоразлагаемыми пакетами Кульбан. Да, мы их не смогли поднять сами, не осилили, поэтому мы их так отложили на полочку. И вот случилась корона, мы с командой, ну, понимаем, что у нас там часть проекта замораживается, там проекты со Штатов, у нас там клиент был, который нам наполнял бюджет агентства, проект с Израиля, и мы так начинаем понимать, что там, во-первых, команда, куча свободного времени у них, плюс... И кушать хотелось. Да, и кушать хотелось, нужно как-то это все, зарплаты им платить. У Степы знакомый работал с ресторанами, и работает он в ресторанной сфере. Он нам посоветовал, говорит, что вот ребята, там у меня там есть несколько поставщиков,
Они там поставляют хорошие продукты. Поставщики ему звонят, жалуются, что вот рестораны позакрывали, мы сидим без работы. Не знаем, что делать. Да, ну то есть они тоже сидят без работы, потому что их основной клиент – это ресторан. То есть, соответственно, мы такие подумали, так, а что если… А вообще кто-то доставляет овощи, фрукты, зелень вот людям домой, ну это же типа как минимум удобно. Тем более во время карантина тогда начинался локдаун, и мы как бы смотрим, растет спрос на доставку, тот же заказ, и там другие сервисы загинаются, да, не могут удовлетворить. И мы так посмотрели, думаем, ага, как бы тут, наверное, какая-то вот такая вот есть рабочая бизнес-модель, можно сюда копнуть. Мы увидели, что как бы есть запрос у людей, есть какая-то неудовлетворенная там вот эта вот потребность, потому что ее не могут там покрыть существующие игроки. И мы, ну, начали просто разбираться, окей, там есть доставка готовых каких-то наборчиков, да, есть доставка с ресторанов. Тут с карантином как бы еще надвигалось понимание того, что падает покупательская способность у людей, в принципе, как бы нужен какой-то такой продукт, который будет доступен всем и который человек, что самое главное, будет заказывать регулярно. То есть он прям чуть ли не каждую неделю, ему это нужно, он будет заходить, смотреть. Почему не пошли в алкоголь? В алкоголь тяжело, акцизы, плюс там нужно доставка, разрешение, да, доставка и так далее, очень непростой продукт. Сколько у вас сейчас доставок в день? В среднем? Ну, назовем их больше 50, да? Да. Больше 50? 50. Больше 50. Сколько было в первый месяц, в мае? Первый месяц в районе 10. 10, да. 12. В день? Да. То есть 5 раз за 5 месяцев? Ну, немножко не так. У нас, да, на самом деле, и в начале сентября у нас было в районе 15, мы держали. Просто есть там такое количество, когда мы искусно… Не хотели очень много, да? Да, мы сдерживали искусственно, да, потому что инфраструктура нужна. У нас было больше 100 в день. Но мы не физически не переваривали. Ну, у вас какая сейчас, сколько людей? У нас два менеджера. Два менеджера есть, да, 8 логистов. И там команда наша по маркетингу с агентства, которая еще осталась. То есть, не знаю, ну человек до 12, наверное. То есть по факту мы движемся. Просто нам нужно потянуть свою IT-инфраструктуру, все, и тогда мы сможем, чтобы вот она выдерживала там 500 заказов, тогда можно нажимать на педаль газа. И гнать. Да, то есть у нас какая была история там, давай попробуем, вложим как бы вообще минимальное количество усилий и денег в это все. Uh-huh. За 2 недели с максимум соберем это все до рабочей модели, получим первые заказы, если заказы есть, если как бы мы можем это масштабировать, и оно не ломается все там. Просто проверить, и не надо там планировать. Вот у нас такие же, извини, сейчас чуть отвлекусь, у нас часто клиенты приходят, думают, что там ту же там франшизу запустить, это надо там пилить ее там годами. Просто попробовать, вот та же розетка, это тоже MVP. Вот у вас MVP, вы попробовали, а если что-то не получится, закроем, займемся там алкоголем или займемся маркетингом снова. Основной момент, который мы заметили вот во время запуска этого проекта, это то, что там ценится больше всего скорость запуска и тестирования вот этих всяких гипотез. Mm-hmm. То есть как быстро ты их тестируешь, придумываешь и обкатываешь, и понимаешь, там это наше, это не наше, это подходит, это не подходит. Вот в этом и заключается вся, наверное, весь вот этот темп и весь… Успех проекта от скорости его запуска. Да, от скорости запуска и от скорости тестирования изменений. Вот, там, когда запускали наш проект, мы видели, там, как конкурент развивается. У многих была такая модель там, условно, разработки сайта за 20 тысяч долларов сразу, там, разработка какой-то логистической модели за 30 тысяч долларов. Ну, как бы, пока брендинга. Да, брендинга, да. Ну, то есть, такие сумасшедшие косты, которые, ну, там… Кто, например, ты можешь назвать? Ну, вот на MC Today было интервью. Foodex. Ну, Foodex был, кстати, да. Кстати, Foodex стартанул довольно да, тоже. Да, Foodex тоже с нами бодро, одновременно, да. У него не 55 долларов просто. А сколько? А вот если он где-то в интервью говорил, то 300 тысяч вроде должен. Да, долларов? 300 тысяч долларов. Охереть. Но все-таки у него и полный ассортимент. Полный ассортимент, объем заказов пока такой же. Да. Серьезно? Ну, то есть, да. Мы… 50 в день? Ну, типа, в районе 100. В районе 100. И при том он начал подниматься до 100. Ну, средний чек наверняка выше, у него там мясо есть, алкоголь. Средний чек выше, а маржа. Маржа. То есть знаешь, что туда, какая у вас маржа, да, то есть вопрос. Какая у вас маржа? Какая у нас маржа, да. У нас гросс маржа 43% в среднем. Да. Это много на самом деле. Что это такое? Это питахайя желтая. Вкусная? Да. Не рекомендуешь? Кислая, да. Горькая, сладкая? Цену спросишь потом, может. И потом подумаешь. Потом подумаешь, брать или нет. А это то же самое? Это то же самое, только красное, да. Сколько вот эта штука стоит? 200 гривен. 200 гривен одна? Да.
Да вы серьезно? Нет, так ты можешь спросить, сколько стоит эти помидоры черри. Спроси. А черри сколько стоит? Такие 800. 800? Можно мы просто снимем бесплатно? Пожалуйста. Снимите, пожалуйста, помидоры за 800. Вы имеете в виду килограмм? Килограмм. Это маракуйя. Да. А она сколько стоит? 80 гривен. Слушайте, ну лучше взять две маракуйи, чем одну питахаю. И вот у меня сегодня будет экзотический ужин. Вы отмечаете как? Украинского больше становится или меньше? А почему, как вам кажется? Не хотят, наверное, заниматься. Не хотят заниматься? Типа это тяжелый труд сейчас, да? Просто Украина всегда славилась как аграрная страна, правда? А сейчас такой имидж, получается, теряет. То есть мы пришли, мы здесь почти ничего украинского не увидели. Малина. Только груши, яблоки, слива. Так, ну давайте, не знаю, традиционное что-то возьмем. Это украинское, да? Хоть что-то, да поможем украинскому производителю. Сколько одна груша стоит? Груша 100 гривен килограмм. 100 гривен килограмм, ну ладно еще. Не жалко. Ладно, хватит, а то я тут разорюсь. Но мне что нравится, ребята, терминальщикам можно оплатить. Это технологично. Хоть что-то изменилось со времен Бродского. Кто ваш клиент? Вот портрет его. Средний класс. Это называемая девушка. Да, это девушка где-то в районе 35 лет, иногда с ребенком. Так скажем, ядро 27-37 – это основа. Но почему девочки? Потому что это тяжело носить. Тяжело носить, да. Даже 200 метров пройти из супермаркета, и когда у тебя 10 килограмм, там картошки 5, у тебя еще там лук, бананы, яблоки и того, у тебя 10 килограмм, для мужчины это как-то проще нести, для девушки это всегда тяжело. Половина времени в супермаркете уходит тоже на шуршание пакетиком, на вот это на пакетик подуй, пошурши, открой, в очереди на веса встань. Потом, да. Ой, я не взвесил, на кассе держишь кассу. А на кассе говорят, а вы что, эти яблоки не взвесили? Ну так идите назад взвешивать. Это не те яблоки. Всем знакома история, когда ты приходишь вечером в супермаркет, а там уже все такое подгнивший себе. Подгнивший огурчик, да, такой подуставший помидоры. И... Да, зелень уже, либо ее нет, либо она вся уже вялая. Да, у нас даже есть в нашем таком внутреннем документе, в нашей презентации, у нас есть там, против чего мы вышли на митинг, против подгнившего огурчика, да, то есть это вот боль такая, то есть это ну, то, с чем сталкивается там человек каждый день в супермаркетах, то, на что он уже там иногда часто закрывает глаза, идет на какие-то компромиссы. Да. Этого нет, ладно, там, вместо батата возьму что-то другое, да, там, зелени нет, ну, окей, там, будет без, там, я не знаю. Печенька без артишоков, да, ну, да. Вместо батата делать? Картошка. Без розмарина, без, да, без кинзы, да, там. Так, с портретом понятно, а все остальное мы выясним уже в кооперативе. Куда мы приехали, это, скажем так, резиденция, в том числе Федерев Групп, которая сделала летом, я так понимаю. Летом, да. Ангельскую Андрей инвестицию. Андрей нас пригласил на встречу в начале июня, и вот к августу мы... Развели его на деньги. Можно и так сказать, да, закончили с документами. Для меня очень важно, чтобы пространство, в котором я работаю, было вдохновляющим. Ну, мы в целом кооператив строили с такой идеологией, и вот эта комната, студия, она для меня тоже вот такая. То есть здесь есть картины, которые мне нравятся. Это, например, Гнилицкий, да, то есть, скажем, он только на прошлой неделе сменил здесь Ройтборда, но здесь то, что важно, здесь есть работы моей дочери, и их, слава богу, все больше. Здесь есть музыка, да, то есть, потому что для меня музыка вот такой тоже там важный источник энергии. Ну, вот так вот. Я вспоминаю, у меня, когда мне было лет 10, у меня папа увлекался всей этой штукой, у нас был примерно такой же шкафчик, где было... Ну, они, видишь, они не помещались, поэтому я еще там, они еще... Но я, честно говоря, вот жду момента, когда у меня будет несколько свободных часов, и я смогу просто их переразобрать, потому что 2 года, когда мы вот строили, например, когда мы строили кооператив, пока мы переезжали, пока и так далее, вот у меня почти не было на это времени. Что ты любишь здесь больше всего? Есть какая-то любимая пластинка? Ты знаешь, да, они есть, они есть. Ну, это саундтрек. Саундтрек, да. Да, к класс. Восьмерке, да. Ну, из того, что вот я вижу, ну, опять-таки, все равно непобедимый, фантастический The Wall. Ну, конечно. Да, это The Wall. Да, у меня он есть в нескольких, кстати, редакциях, да, то есть и какой-то новый, и какой-то очень старый. Ну, в общем-то, надо смотреть, какой лучше звучит. Я люблю Depeche Mode. Совершенно фантастический звук у Моби.
И те, кто считают, что Моби там три ноты, они просто не слушали в хорошем звуке, знаешь, скажем так, бывают разочарования. Ну вот, например, там есть там 30 Seconds to Mars группа, ну то есть я был на концерте пару раз, ну вау, в общем-то классная энергетика. Купил пластинку, мыло-мылом, ну то есть вообще невозможно слушать. Есть Red Hot Chili Peppers, ну там грандиозный звук просто. Мадонна иногда, то есть, скажем так, ее пару, там, пару альбомов назад, ну просто поразительный звук. Для меня, знаешь, там удивительно было, что у Дайдо сногсшибательная работа со звуком, у Faceless крутые очень, то есть у них звук, например, это электронная музыка, но это как зверь, да, то есть вот у них есть произведение, композиция называется We Come One, и там есть момент, ну я не назову его припевом, да, то есть, ну не знаю, там основной и проигрышем его сложно называть, да, то есть когда у тебя просто эта электронная музыка, да, то есть она как будто огромный питон в комнату проникает, ну вот так вот. Ты за офисом соскучился, пока коронавирус сел? Да. На даче, я так понял, да? Нет, дома. Детей угнали на дачу. А, детей на дачу. А я жил в детской комнате. Я ночевал в комнате 8-летней дочери среди лего, мягких игрушек и понимал, что, в общем-то, все есть ради чего выздоравливать. Картина почти про наш бизнес Ова. Называется она «Пожиратели тарелок». Пожиратели тарелок. По-моему, это очень круто. Да. Поэтому люди, видишь, поели наши знаменитые овощи, и так было вкусно, что, что даже уже тарелки начали есть. Видите, кто готовит вам рекламные кампании? Да, это новая реклама будет, да, Ова. Слушайте, нам какие-то овощи нужны. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас что самое дорогое? А у нас все дешевле. Тайну неправда. Вот эту капусту когда-то видел? Пробовал? Вот я не видел никогда такую капусту. Это романеска, да. Как ее кушать? Романеска. Нет, цветку. А нет. Сколько стоит? Вот такая штучка 30 гривен. 30 гривен всего лишь? Слушайте, надо брать. Надо брать. Если честно, очень хочу огурцы. Вот я вижу, у вас здесь есть... Не-не-не, вот тебе. Вот, все. Дайте мне, пожалуйста, килограмм. А смотрите, в чем разница? А в чем разница? Эти дешевле, эти дороже, вкуснее. И вкуснее. А, вот поэтому вы рекомендуете, потому что дороже, ребята. А сколько стоит? Разница. 150. 150. Нет, здесь очень хороший выбор всего. Хороший выбор. Да. То есть лучше, чем на Ова Маркет? Нет. Не лучше. Он меньше. Лучше, чем супермаркет. Лучше, чем супермаркет, однозначно. Явно они работают с поставщиками вот, менее маленькими, локальными, грубо говоря. Поэтому они могут вручную отбирать качество. Тут есть лук ялтинский, да? Вот у нас он тоже есть. Но в супермаркете найти ялтинский лук невозможно. То есть там не будет ялтинского лука, там не будет такого выбора помидор, там не будет такого выбора зелени. То есть сейчас кинзы найти вообще очень сложно. Даже здесь, кстати, кинзы особо и нет нигде. Угу. Ну, у вас поставщики, как ты думаешь, одни? Частично пересекаются, конечно. Здесь очень достаточно запутанный рынок, на самом деле, этот овощной. Вы в нем успели за это время разобраться? Или ну, частично, еще... да. Но ты же видишь, я уже сорта помидоров отличаю. Раньше я вообще не знал помидор, да и помидоров. Просто помидоры. Да, типа... Что-то красное, зеленое и вот это волосатое, да? Да. А ты видел, тебе говорят, вот два огурца, тебе визуально они одинаковые. Она говорит, вот этот лучше. Она понимает, например, что один выращен условно в каких-то промасштабах, да, его закупают на супермаркеты, и его там химия потравили, и он потом поехал на супермаркет, все. То есть в супермаркете лучше не покупать? Ну, потому что там нужно как можно дольше хранить товар. И как можно больше объем закупать, чтобы получить максимально дешевую цену. И как можно дольше, чтобы он ну, как бы сохранял товарный вид. А здесь ты же видишь, у них всего понемногу, они каждый день что-то дозакупают, добирают. А супермаркеты настолько не заморачиваются. Им главное, чтобы была цена ниже и маржа побольше. Слушай, я после этого просто в супермаркетах покупать не буду. Ты перестал? Я сейчас все у нас. Мы только у нас берем, да. Да. Вот это работа Гнилицкого, фантастический современный украинский художник, которого не стало, если не ошибаюсь, в 2009 году. Интерьер какого-то? Просто работа. Ну, то есть здесь, ну, то есть с работой между тебя эмоциональная связь. У меня была его работа, которая называлась «Небо». Там было предгрозовое небо. И я ее повесил дома. Меньше недели она провисела. Невозможно находиться. У нее была такая тяжелая энергетика. Угу. Вот я никогда с этим не сталкивался. Да? То есть вот она такая... И в итоге я при всей моей любви именно к Гнилицкому, но я ее выменял у других коллекционеров на другую классную работу другого художника. Просто вот из-за того, что я не мог с ней эмоционально быть. А эта работа мне очень нравится. Она очень теплая, очень такой, не знаю... вечерний свет. И в ней есть вот эта вот магия загадки. Ты относишься к картинам как к инвестициям?
Смотри, я отношусь к ним с уважением, да, потому что у меня уже в каталоге около 200 работ разных, и, наверное, относиться к этому небрежно, неправильно. Угу. Поэтому у нас и документы на все работы есть, и есть человек, который курирует эту коллекцию, есть каталог. Вот. Хотя я по-прежнему не считаю себя коллекционером. А во сколько тебе обошлась вот эта инвестиция? Эта инвестиция какая? В OVA Market. Какая разница? Мне кажется, что есть очень крутая американская пословица, которая звучит следующим образом. Клади свои деньги туда, куда ты кладешь свой язык. Так. То есть ценности, за которые не заплачена цена, это бла-бла-бла. Угу. Предыстория. Я думаю, что правильно уйти на года 3 назад. Я выступал на форуме маркетинговых директоров. И у меня там была лекция, в рамках которой я сказал одну простую мысль. Маркетолог и предприниматель – это одна и та же профессия. Это профессия, связанная с тем, что человек, визионер, видит возможности раньше других и находит возможность их использовать лучше других. Но маркетологи играют на чужие деньги, а предприниматели на свои. И я обращался с призывом к тем маркетологам, которые являются крутыми маркетологами и работают в компаниях, в агентствах и так далее, прыгать, не бояться. Свой бизнес. И пробовать делать свой бизнес. И вот мне очень была интересная история ребят. Мы с ребятами не были знакомы, но я слышал пару раз про то, что есть хорошее маленькое агентство, молодое, да. Я читал на Фейсбуке, и мне дико понравилось отношение к жизни, да, что когда случился первый локдаун, случился карантин, случилась пандемия, ребята, которые, как и многие агентства, столкнулись с тем, да, что маленькие клиенты, средние клиенты намного быстрее и жестче прикрутили, в общем-то, свои бюджеты, чем крупные бренды. Вместо того, чтобы начать этот традиционный плач Ярославны, что, о боже, там, как это самое, сами мы не местные, да, они взяли свои руки в ноги, да, то есть, скажем так, и пошли работать. И сделали что-то с нуля, и сделали это быстро, и сделали это искренне, и оно начало работать. И то, что для меня было, как для человека из прошлого, да, как для человека старой школы, привлекательным, как ни парадоксально, что это фактически с первой недели был и остается этот бизнес прибыльным. И мне понравились сами парни, мне понравилось то, как они видят этот бизнес, то, как они хотят в него идти. И мы поговорили о том, что мы можем попробовать сделать какие-то вещи вместе. И это вопрос, может быть, где-то возможности просто дать совет, возможности быть ментором в каких-то вопросах и принятие правильных решений, например, в выборе следующих партнеров, да, в привлечении следующих инвестиций. Когда мы обсуждали цели, то мне вот просто, знаешь, скажем так, даже из-за красоты идеи я очень хочу, чтобы ребята стали долларовыми миллионерами. Я хочу, чтобы у них это получилось как можно быстрее. Ты когда последний раз покупал овощи или фрукты на Бессарабке? На Бессарабке? Да. На бессарабском рынке. Слушай, я не помню. Ну, наверное, с год назад, но, по-моему, это были... Ну, что-то я там подкупил. Бессарабка никогда не была основным рынком, где мы покупали овощи. Я покупал на Житнем, я покупал когда-то на Владимирском. В свое время мы покупали еще на Сином, то есть я туда еще с мамой ходил, но это было давно. Мы я... купили, кстати, несколько, там, на 700 гривен пару фруктов. Тебе что больше нравится, хурма или шарон? Ты знаешь, я не очень понимаю разницу. Но, смотрите, по-моему, это красиво. Сколько нам это обошлось? По-моему, гривен 200. Смотрите, ну это вот классический подлый маркетинг, да? То есть под видом наклейки скрывалась заклейка. Но ничего, мы его... Ребята из OVA, кстати, в таком случае еще досылают тебе бесплатно килограмм такого же. Я жду еще, я жду, Рома, от тебя килограмм шарона. Спасибо большое, очень приятно. Поздравляю с розеткой. Спасибо. Ты молодец. Выглядит офигенно. Со стороны прямо как мега победа. Вообще next level. Да. У нас тоже офигенный год. Ты молодец. Молодец. Что еще вот можно сказать, глядя на это все? Как вам это кажется уже прошлым? Не, ну это не по рынке нет. То есть по факту это каждый. Есть люди, которые просто визуалы. Вот им нужно ходить и выбирать, щупать, трогать. И они не выберут, да? Типа, и для них это в ближайшее время. Для них это образ, ну как, то есть. Время провождения. Ты знаешь, что 30% твоей корзинки это в основном всегда фрукты и овощи. Да.
И они еще и тяжелые. Самые тяжелые. Из покупки в супермаркете? Тяжеленькие. Нет. Ну, то есть из похода в супермаркет или на, ну, на рынок. Там, это самое тяжелое, что ты несешь. А у нас вообще 90% это женщины покупают. 95% даже. Особенно, когда летом арбуз или дыни. Выбирать, да. Да, у нас летом, я так понимаю, девушки так очень обрадовались, что мы доставим. А мы всегда доставляем до дверей квартиры. И они так обрадовались, наверное, что заказы, у нас были заказы всегда там по два арбуза и по две дыни, по два арбуза, по две дыни. Курьеры, конечно, были не особо довольны, но зато очень довольны были клиенты. Когда им приходят, а там 30 килограмм арбузов суммарно. У вас какие-то истории, связанные с курьерами, были? Да. Вот недавно был скандал у Delivery в России, когда, или еще у кого-то, не помню, когда курьеры хотели знакомиться с клиентами, писали там, ты сегодня дома одна, ты мне понравилась, я могу к тебе подъехать. У нас в начале карантина была история, когда большой набор заказывали там пожилые люди, и бабушка просила курьера там на обратном пути вынести мусор. Да, то есть типа, а ты же пришел, ты что равно будешь спускаться вниз, типа, захвати мусор. И что? Ну, забирал, да, выносил, да. Эти были ситуации, когда курьер просил зарядить телефон, но мы, понятное дело, сразу на него жаловались, потому что это была, да, внешняя служба. Так, ребята, у нас сейчас задача воспользоваться гостеприимством Андрея Федорева и немножечко превратить его, как он сказал, студию в кулинарное шоу. Давайте сделаем по-простому, потом мы все уберем. Андрей, извини, пожалуйста, мы все потом почистили. Значит, у нас есть, ну, во-первых, шарон, который мы Андрею оставим, но он тоже был куплен. Значит, у нас есть маракуйя, у нас есть груша украинская, так, у нас есть маска, и у нас есть вот эта вот штука, как питахая. Она называется? Питахая. Это нам дали бесплатно, но тоже положено. Лимквад какой-то. Да, да, наверное. Так, у нас есть морковка, немножко уже здесь протекло. Так, у нас есть вот эта вот странная капуста, у нас есть моя любимая редиска. Куча какой-то зелени и огурцы. Вот так все мы сделали. А, огурцов не видно. В общем, натюрморт, бессарабка, назовем его так по-простому, да? Теперь давайте заходить на сайт OVA. Выходим с Pornhub, заходим на OVA Market. Не, огурец можно, конечно. С бессарабки, дорогущий. У нас клиент один разместил рекламу на Pornhub. Мы не знаем, радоваться этому или нет. Вот это все, напомню, обошлось нам в 700 гривен. Вот это, в общем-то, небольшой набор, которого едва хватит на вечеринку, да? Да, даже на одного чека, наверное, на ужин. Да. Значит, идем в огурцы, да? Да. Огирок. Огирок, да. Значит, до даты, до кошегу. Килограммчик, ну здесь полкило у нас было. Нельзя у вас полкило? Можно. Минусой. 0,9, а, все удобно. 0,5 примерно здесь было. Редис. Ну, здесь, опять же, не килограммчик, сколько здесь? Это пучок. Это есть такая, вот видишь, есть редис-пучок. А, редис-пучок, все, да-да, ты у кошек. У нас пучок гривен. Немножко больше, правда, раза в два. Да, а у них он стоил, по-моему, гривен 20. Не, он 40-45. Да. У вас дороже, 65. У нас больше. Начинается. Ну, ладно, поверим. Шарон, давай. Шарон, который мы подарили Андрею. А шарона у вас нет, смотри, шар. Есть. А как же тогда? Видишь, не ищет. Не працюя. Шарон. Все. Андрей, зря инвестировал, ребята даже поиск нормально сделать не могут. Это же вот это вот наш... Вот эта хрень, да? За одну штуку добавили. Ну что-то у вас, да нет, 339 гривен. А здесь это 200 стоило. Так, давай посмотрим. Что-то дорого у вас, дороже, чем на Бессарабке. Так, такая будет подпись на YouTube. Как вам такой хайп, а? Кстати, это будет стоить денег, чтобы так не писать. Степан, шарона нету у вас, понимаешь? Поиск не работает. Есть шарон, просто... Андрей уже позвонил, сказал, верните инвестиции. В таких приезжает в бумажных пакетах. Так. Слушайте, выглядит очень круто, конечно. Это вот, это не под вас собирали, да? Реально так? Нет, вот завтра закажешь, тебе такая же приедет. О, кедровые орешки. Ну, знаете, чем задобрить, давай. Это наша взятка. Это сколько пакетик стоит?
Это пакетик, это тот 100 грамм. Лесного кокаина. 100 грамм в районе 90 гривен. Ну вы уже можете себе позволить вот так вот обсыпаться кедровыми орешками или пока еще нет? Мы все, что зарабатываем, все назад возвращаем. Ну, давайте так, ваш уровень дохода вот персональный, да, у каждого же есть там не семья поменялся. Какая-то. Вообще поменялся никак. Не поменялся и пока не будет меняться, потому что... Падает. Так, не-не, это слишком. Задабривают. Слушайте, вы знаете, удобнее, чем на Бессарабке заказывать нового. Пусть дороже, пусть не все есть. Мы точно знаем, у нас... Ну, слушай, 100 лет отстраивали бизнес-модель, ребята за 5 месяцев. Конечно, косяки есть, правильно? Ну, косяков полно. Косяки бывают, да. Какие косяки в основном? Вот сейчас по клиентскому сервису большие косяки. Переехали на новый сайт, видишь, части товаров нет. Потом бывает такое, что, ну, это из-за того, что чисто система не настроена, заказ где-то потерялся, ну, грубо говоря. Вот он как бы есть в Битриксе, у нас Битрикс CRM-ка. В Битриксе он есть, а на склад он не передается. Ну, типа, и человек звонит, говорит, а я вчера заказывал, а где мой заказ? Понятно. Такие истории тоже есть. Недовозы. То есть, например, собираем. А невозможно оторваться, это наркотик, я говорю, это лесной кокаин. И в итоге приезжает человек, ну, вот заказал вот 4 пакета, да? Вот не приехал один пакет, допустим, ему. Да? Ну, просто забыли, положили на складе, собирали заказ. Мы вот этот ставили, все там. Ну, это очень раз. Расстраивает, конечно. Да, просто да. Бывают. Вот с такими моментами мы сталкиваемся, вот когда вот поэтому мы и фиксим их. То есть тут очень-очень большая часть вот этого бэкэнда, то, что происходит за пределами сайта, вот как сайт взаимодействует с овощами, да. То есть это как процесс, когда человек нажал кнопочку, как начинают фасоваться эти овощи, как они приезжают в итоге к человеку. Очень большой, длинный вот этот период, промежуток в плане действий. Если рассказать кратко вообще, как вообще происходит процесс всего фреша, супермаркет, допустим. Вот все, что ты видишь в супермаркете на полочках из там, вот этого всего фреш категорий, все оно, скорее всего, загружалось у нас же на складах, ну, там, где эти же поставщики, 4 дня назад. 4-5, потому что оно загрузилось, поехало на распределительный центр, оттуда перепаковалось в меньшие машинки. С меньших машинок поехала на магазины. В магазине на склад его положили, потому что еще недораспродали прошлое. Это там уценили или убрали. То есть цепочка длинная. Очень длинная. Вы видите, что сейчас происходит в мире в плане логистики, да? Вот появился стартап, это Сиадор, да, или как называется? Да, который доставляет рыбу от этих рыбаков напрямую на стол, грубо говоря, покупателя, минуя все эти склады, там, джун-джун-джун. Да, то есть мы по факту урезали цепочку вот этого, ну, каждое лапание продукта руками, оно его ухудшает, да, ухудшает его качество. Мы убираем вот эту цепочку с перетаскивания, у нас все продукты, они хранятся в холодильниках. Холодильные камеры, да, такие. Да, и там же ребята собирают их, заказ покидает склад, и он находится без холодильника только в машине у курьера. Так как у курьера обычно там 10 заказов лежит, то в принципе в течение там 4-5 часов оно еще приезжает все холодненькое. Особенно сейчас намного проще, потому что можно не использовать машины, рефрижераторы. Температура, да. Летом жарко. Воздуха. Сейчас удобное время. Сейчас удобное время, да. Да, плюс тоже еще такой момент, вот в супермаркетах, да, человек вот так приходит, он все мацает, там 10-20 человек прошло, один тот же помидор помацало. Есть такая шкала, как градация по качеству, то есть по факту в мире 10-бальная шкала качества продуктов, вот именно фреш-группы. Так. Мы закупаем ресторанную. Ресторанное качество – это где-то 7, 8, 9, вот так. В зависимости из 10. А 10 – это на поле, да? Ну, 10 – это… 10 – это там вообще единица, супер, да, супер то есть это невозможно органик, масштабе. Локал, местный производитель, который вот он вот магазинчик здесь. У дома, у фермы. Ну, вот у фермера прям на месте, где вот он, ты пришел, взял, у него он органически выращенный, и все. Вот это там 10 из 10. Потому что любая логистика – это же уже… Будет падает. Так, у вас 7-8, а в супермаркетах? В супермаркетах, типа в основных супермаркетах 5-6 в основной сетке. Ну давай назовем их просто, чтобы они тоже Сельпо, пришли, отписались. Сельпо, Новос, Мегамаркет, Била, Фуршет, Ашан. Ну, Ашана чуть-чуть, наверное, ниже. Ашана чуть-чуть ниже, да. Ашан есть... самый отстой, да? Нет. Экомаркет, АТБ, вот Ашан. Экомаркет, АТБ и Ашан, они закупают качество там 3-4.
ниже. То есть есть картошка первый сорт, есть картошка второй сорт. Тебе так покажи, ты их не отличишь никак. Это как с огурцом было на Бессарабке. Два одинаковых огурца. Но один стоит 100 гривен, другой стоит 150 гривен. Мы сильно занижаем сейчас цену, чисто для того, чтобы приучить людей, есть, чтобы они поняли, какой такой качественный продукт, грубо говоря. Смотрите, у вас получается вся упаковка, она не как там в розетке приезжает, все в пакете. У вас все в открытом доступе. Да. Курьеры часто жрут заказы? Никогда. Да, у нас... Курьер может тебе по себестоимости нас купить и не есть. А зачем, если можно вот так взять виноградинку, так оп и съесть? Не, мы, кстати, для этого разрабатываем систему. Еще влечься так и приезжай, знаешь, лысая ветка. Не было такого? Нет, такого не было. То, что курьеры объедают, не жаловались. Андрей, я забрал твой гнилой шарон, и вот ребята тебе по блату дали, не такой красивый, конечно. Еще и мандаринку. Еще и мандаринку к твоему новогоднему столу. О, наслаждайся, это я домой заберу, съем. Так, хорошо, по бизнес-модели. Давайте еще раз. То есть вы говорили, в машине мы ехали, что 40% маржа. Это 40, маржа... Это грязная маржа, гросс-маржа. То есть это так называемая... Да, без учета зарплаты. Кокс, всего. Есть такая кокс. Это все, что, касается закупки продуктов, то есть себестоимости продукции. Фудкост. В ресторанном бизнесе бы назывался. То есть это 40%. Но это же не ваша маржа чистая. То есть у вас чистая есть... нет. Еще процентов 10 занимает маркетинг, около 10% логистика, плюс до 5% вся остальная. А зарплата здесь обычно это основная часть. Да, зарплата. Если говорить там про чистое, но это думаю там до 5% сейчас. 5%? Да, на текущем время. В принципе, сегодня это не очень рентабельный бизнес. Не очень рентабельно, что здесь как раз надо. Ну, юнит-экономика положительная с первого же заказа, просто по факту нужно наращивать объем. То есть да. Там, где будут фиксированные расходы, они будут оставаться, наращиваться просто только? Да, в этом-то и вся сложность. То есть, тут сложность. То есть франшизу пока не запускаем? Чуть-чуть позже. Да, чуть-чуть позже. И скорее всего, даже если мы там думали про формат какой-то франшизы там, в будущем, то это, наверное, будет как на город открывается одно какое-то, одно конкретное там отделение. Вполне возможно, что это может быть даже офлайн-точка. Это может быть офлайн. Флагманская какая-то, куда можно все-таки прийти полапать, если вы, для вас это не является разрывом шаблона в плане того, что вы типа, пока только в интернете. Но розетка вышла в офлайн и теперь с франшизой. Почему вы не можете? У меня с кедровыми орешками связана история, что я сам вообще родился в Кемерово, но большую часть жизни детства провел в Симферополе. И у меня там бабушка с дедушкой остались, они регулярно привозили такие деревянные посылки. Ну, Советский Союз еще был, или только начинался, да? Независимость. Такая коробка, ты открываешь ее, и там лежат эти шишки, из которых надо выколупывать вот каждый этот орешечек, так он же еще и за... В скорлупе, да. В скорлупе. И это был не то, что деликатес, это был просто черный икра в квадрате, потому что очень тяжело было добыть. А сейчас вот целый пакет, я не знаю, сколько здесь шишек. Почищено, сколько здесь шишек? Ну, наверное... 3 штуки. Думаешь, 3, да? Ну, может. Но они же большие. Ну, много. В общем, это было... Вот весь пакетик, наверное, но мы съедали сразу с шишки. Шишку это, прям съедали. Шишку, да? Прям съедали, потому что уставали уже выколупывать. Да, и сейчас, конечно, в этом смысле чуть удобнее. Рынок развивается. Еще нет сталых таких игроков, которые там крупные, которые там монополизировали, да, какой-то сектор. Есть сети, тот же Сельпо, Фози. Фози развивает свой онлайн. Да, которые пытаются выйти в доставку. У них это, ну, то есть для них это не та бизнес-модель, по которой они привыкли работать. Они убыточные для них, это бизнес-модель пока что, да. Может, а они... почему? Потому что, смотри, есть доставка, ты зарабатываешь на продукции ту же самую цену, как если человек сам придет и заберет, но тебе нужно еще обеспечить этот весь процесс. Если человек платит там, за доставку условно там, 60-70 гривен или там, 90 гривен даже, то все равно менеджеры, которые будут обрабатывать этот заказ, весь этот процесс, вся вот эта система, когда с сайта прилетает заказ в магазин, то есть это... С другой стороны, что часть клиентов и не придут, особенно сейчас. Да, есть подобная практика в России, как у них эти там, перекресток работает. Вот тот же Утконос. Угу. Утконос это самый большой онлайн супермаркет, да, в России. Это третья по выручке интернет-компания в России после Яндекса и Mail. И мы тут за кадром говорили, что они вас консалтят. Да, мы с Данием Перекальским общаемся. Это совладелец Утконоса и генеральный директор. И мы просто написали ему в Инстаграме, написал там Дэнни, так и так, мы запустили такой проект, могу посоветоваться. Пару советов дать. Да, он говорит, звоните, пожалуйста. Не так сложно это, да? Вообще да, не да, сложно, да. Все многие думают, типа, блин, это же такие люди, они мне никогда не ответят. Типа, в Инстаграме написали, в Директ.
У него там подписчиков 2000 человек, что такое. Он рад каждому письму. Каждому сообщению. Он вообще ждет. Он сразу же в первом письме говорит, типа, вот мой номер, типа, скажите, когда будете готовы поговорить, набирайте. Все. Только позвоните, пожалуйста. Не, он там в режиме... А лучше свой оставьте, я вам позвоню. В режиме... Наберу вечером. Как его зовут? Дэнни Перекальский. Дэнни, да. Дэнни, извините, это ну, глупые люди, шутим. А в мире, в мировом масштабе, как эта история работает? Вы... Это развивается, это растущий тренд. Развивается, окей. Что там у них, какие есть большие игроки? Amazon Fresh. Да. Amazon Fresh самый большой, наверное. Да, есть. А из таких стартапов прикольных, больших, быстрорастущих? Fresh Direct – это американская фирма. Она, ну, то есть у них похожая, у нас точнее похожая модель на них, да, то есть они тоже… Ты правильно вначале хотел сказать. У них похожая на наша. У нас наша, да, скопировали. У них то есть модель таким образом, как у нас работает, просто есть поставщики, где они там аутсорсят сборку и сам продукт. Консолидатор, по-моему. Да, есть склад-консолидатор, распределительный, да. Да, где они это все свозят, фасуют и отправляют на конечных пользователей своими курьерами. Мы где-то в мае, мы сделали Андрею доставку. Вот как, просто как блогеру, да, то есть как человеку медийному, мы сделали, да, доставку. И написал я Андрею, говорю, ну как бы, если понравится, там, снимите, пожалуйста, там, можете, просто отзыв. Пару выпусков от Револвера. Отзыв. Да, да, просто отзыв, там, не знаю, ну, если понравится, если нет, окей. Сделали доставку, Андрею все понравилось, Андрей потом пригласил нас на встречу, говорит, ребята, там, расскажите о проекте. Мы рассказали о проекте. Ну и как-то вот так закрутилось, началось, то есть Андрей там через несколько встреч, да, мы там договорились уже об условиях. И в конце лета официально все, новая товка, в которой мы вдвоем со Степой и Андрей, и ну, да, и в общем, мы, вот так, в принципе, так мы движемся, да. Ну как вам понравилось, когда он сказал, что хочет сделать вас долларами, миллионерами? Конечно. Через сколько, как вы думаете? Мы думаем, очень скоро. А вдруг он хочет нас сделать долларовыми миллионерами, когда мы станем долларовыми миллиардерами? Главное, чтобы не вот это... По ближайшим планам, да? Принято в конце спрашивать, а какие у вас планы на будущее, да? Планы грандиозные. То есть сначала это развитие в категориях. То есть мы просто, вот условно, там сейчас 120-130 позиций на сайте. Мы планируем там до 300 расширить только в рамках фрукты, овощи, зелень. И бакалея. Потом появится бакалея, крупы, масла. Да. Алкоголь нет. Алкоголь нет. А после этого переход к... Хотя за счет алкоголя, я понимаю, можно очень еще и 24 доставочку сделать часа в сутки. Можно вообще отлично себя чувствовать. Бухлово можно сделать бренд. О, да. Бухлово. Бухлово, да. Бухлово, да, да, да. И коллаборацию с одним доставочным сервисом еще можно сделать. Бухлово. Да, Бухлово. И типа легенда такая. Мол, мы приехали из города Бухлово. И решили создать. Вот вам в пластиковой бутылке настойка. Да. Ну, ребята, вот так бренды придумаются, если что, обращайтесь. То есть развитие в рамках категории, потом постепенно переход к своим продуктам. То есть когда будет свои фреши, смузи. Потому что, ну, то, что если на... В смысле, private label? А? Private label? Да, да. Именно не то, чтобы private label, свое. Потому что у нас же... Остается малина. Вот она уже такая, она неплохая, она просто уже подвявшая. Клиент ее уже не купит. Да, типа, а варенье из нее сделать можно спокойно, да, и продавать. То же самое там яблоки, например. Вот там много яблок. Вот есть яблоки здесь, ну, знаете, типа такие бывают с черными такими Цяточки. Штуками. Вот таких только много. Вот оно на самом деле никак абсолютно не отражается на вкусе яблока. То есть, если оно визуально, там у него 5 точек есть каких-то. Но мы такое не доставляем, потому что людям не нравится визуально. Но по факту это яблоко, которого можно сделать сок. И все. Ну, типа, по факту ты делаешь сок, у тебя получается то же самое там с апельсинами, с мандаринами и тому подобным. Из этого можно делать продукты вторичной переработки, по факту. Ты делаешь там соки смузи фреши, да, которые ты тоже можешь доставлять. И давайте разыграем что-нибудь. Какую-нибудь доставку. Да, можем разыграть просто несколько наборов. Подгон, да, от нас. Ну и все. Да. То есть там будет всего по много и вкусного. Да. Кедровые орешки в том числе. Нет, можем. Не, несколько наборов, да, можем там 5, например, да, за 5. Самый лучший. Супер. Комментарий. Нет, давайте не про комментарии, давайте про какой-то креатив. Взаимодействие с сайтом, вообще вот, да, какие-то, да, там какие-то советы, вещи, рекомендации, да, вот как люди видят. Или как нас. Люди видят свою идеальную доставку. То есть я часто так иногда захожу по телефону, общаюсь. Там говорю, типа, а как вы видите, вот как должен работать ваш сервис, типа, и они там сразу говорят какую-то боль. Вот я хочу знать, когда курьер будет точно, то есть у кого-то... Не подсказывай. В общем, друзья, мы разыграем вместе с Ова 5
крутых наборов. Мы не знаем, что там будет, но кедровые орешки точно. Обязательно. Значит, что нужно сделать? Во-первых, подписаться на French TV, поставить лайк этому видео обязательно. И написать в комментарии свою идеальную доставку, своими словами, как бы вы это видели в своем идеальном мире, или дать рекомендации ребятам по их бизнесу, если вы уже заказывали, или, например, зайти на сайт, там не найти маракуйю или что-нибудь в таком духе, и подавать свои советы. Все это написать в комментариях, и мы вместе с ребятами выберем, и, собственно, пять счастливчиков, да. Пять счастливчиков будут хрумкать орешками, яблочками и, как это называется? Салат кейл. Кейлом, да. Спасибо вам. Спасибо большое. Парни, вам удачи.